Тема нашего занятия – ваши действия после победы на торгах. В случае победы на торгах, прежде всего, необходимо подписать протокол торгов. Протокол торгов подписывается в день проведения торгов, либо электронно, либо офлайн. Контролировать это – ваша прямая обязанность как агента. Второе – получить предложение заключить договор купли-продажи и сам договор, который вам обязаны направить по почте или по электронной почте. С этого момента у победителя есть от 5 до 10 дней в зависимости от секции на то, чтобы подписать договор и выслать обратно. Скан копии по электронной почте, а оригинал почты России, либо привести лично. Важно, если вы замечаете, что по какой-то причине вам не торопится высылать предложение и договор, то лучше самостоятельно взять договор с электронной торговой площадки, заполнить его и выслать организатору. Если срок подписания договора истечет, вам могут не вернуть задаток, и имущество вы также не получите. Контролировать это – ваша прямая обязанность как агента. Третье. С момента подписания договора у победителя есть 5 дней на то, чтобы оплатить полную стоимость имущества за вычетом задатка, если иное не было не утверждено в правилах проведения конкретных торгов. Если в течение этого срока победитель уклоняется от оплаты имущества, то задаток ему не возвращается. Обязательные условия договора. Что должно быть указано? Сведения о сторонах договора. Наименование государственного и муниципального имущества. Место его нахождения. Состав и цена государственного имущества. Срок передачи государственного имущества. Форма и сроки платежа за приобретенное имущество условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем. Сведения о наличии в отношении продаваемых зданий, строений, сооружений или земельного участка обременений. Обстоятельства покупателя в отношении приобретаемого имущества или муниципального должны иметь их сроки исполнения. Четвертое. После того, как выплачена полная стоимость имущества, забираем имущество и все имеющиеся документы и подписываем акт приема-передачи. Контролировать это ⁇ это ваша прямая обязанность как агента. Пятое. Оформление имущества на нового собственника. Вы передаете номер телефона организатору торгов и инвестору, чтобы они договорились о подаче заявления на регистрацию. Вы также как агент тоже можете это сделать по доверенности. Контролировать регистрацию и получение документов ⁇ ваша прямая обязанность как агента. Комиссию получаем по факту выигранных торгов.